Это давеча, и мы продолжаем. Хотели сквер, но появится большая, широкая дорога. Улица Калинина в Кирове станет длиннее. Новую трассу для автомобилистов планируют построить на участке от Сурикова до Чапаева. Почему не все кировчане этому рады? Что говорят урбанисты и представители администрации города? В материале Натальи Бакериной. В Кирове построят новую улицу Калинина от Сурикова до Чапаева. Это будет четырехполосная дорога с тротуарами и освещением. И все это, как обещают в администрации города, появится уже в 2024 году. А пока на месте будущей трассы стоят старые деревянные дома. Прямо под окнами Вероники Ворониной. Рассказывает, несколько лет назад местных жителей спрашивали, какой они хотели бы видеть эту территорию. Кировчане ответили, нужен сквер, а именно как продолжение зеленой зоны от Горького до Чапаева. Но годы прошли, через дорогу построили новые дома, и идея со сквером стала нереальной. Кировчане понимают, что новую дорогу все равно построят. У них есть предложение по благоустройству территории. Мы попросили, чтобы хотя бы вдоль дороги были высажены длинномеры, то есть высокие деревья, чтобы хотя бы не видно было всем жителям эту трассу, которая будет проложена. А нашу придомовую территорию по краю огородить хотя бы небольшими кустами густыми, чтобы нашу территорию не вытаптывали, чтобы не было самопротоптанных тропинок. Местные жители переживают, что их двор окажется, по сути, частью большой дороги. В администрации успокаивают. Это не так. Трассу обустроят по всем нормативам. Будут съезды во дворы, освещение и благоустроенная территория. Озеленение по проекту тоже предусмотрено. Возможно, высадят и деревья. Но не крупногабаритные деревья, которые сейчас все-таки имеют популярность в высадке на территории города, они могут быть выполнены и в виде просто озелененной территории. То есть не обязательно это кустарники или деревья. Это может быть газон, который, собственно говоря, служит также каким-то оттоком ливневых вод. Активист Александр Ливанов считает, проект можно скорректировать так, чтобы всем было удобно и автомобилистам, и местным жителям. Уже на слушаниях предлагали вместо четырехполосной взлетной полосы сделать более гуманную планировку и сделать две односторонние полосы с пешеходным бульваром посередине. Мне кажется, это во многом бы решило проблем и с шумом, и со стихийной парковкой. Ну и в принципе место для озеленения было бы значительно больше и проще его планировать. По плану новая дорога по улице Калинина появится в 2024-2025 годах. В мэрии говорят, что готовы рассмотреть, обсудить и учесть все пожелания кировчан по озеленению территории. Наталья Бакерина, Александр Нестеров, Никита Луковников, Бюро новостей давеча.